23 очка у него по системе гол плюс пас. Софья Кривошеева 3 плюс 8, а тут там буквально... Так, смотрим, что здесь, Гредзен. А, просто завозилась, Ирина Жигулина спасла. За эту минуточку Рахимова набирает скорость, Алсу, опасный момент, бросок и сейв. Сейв! Алена Ашина, просто... Просто роскошный сейв в исполнении вратаря СКСО. Ломает клюшку Алсу Рахимова. Агиделева выигрывает и сразу же отправляет шайбу. Третьяк оставляет ее. И Третьяк, спасение, добивание, там будет. Где шайба? Третьяк. Ого, Милена, вот, вот это то, что мы ждали. Завтра будет день отдыха и потом, возможность, уже в четверг, да, так. Чуть отдохнув. Ярогова зацепилась за шайбу. Шкалева. Прострел. Добивание. И смотрите, что творит Третьяк. Очередное спасение. Смотрите вот этот момент. Ну что тут сказать, чудеса. Посмотрим, ли удастся подобное. Нижегородка, мы! Вот это спасение, Третьяк. Фантастический сейв Милены. Как она сейчас поймала шайбу, пущенную от Поляховой, это загадка. Но потрясающий сейв. Третьяк вытаскивает эту шайбу. Шайба в зоне с КСО, не удалось Екатерине Дарковой с ней выйти. И сейчас, по сути, 5-3 идет игра. Забивание напрашивается, и супер спасение Равиля Инуловой. Впереди Бирюса, и вот, вот это добивание, и... Прыжок Равиля Инуловой. Я говорю по старым, как нас учили, как всю жизнь говорили, не в арене, а именно на. Еще один момент, когда выслушивает заслуженные аплодисменты в свой адрес Равиля Инулова. Правда, вот здесь здорово, очень здорово все было. И сумасшедшее спасение Золотаревой. Уже все обговорено. Вот, конечно, момент. И посмотрите. Екатерина Чекгошева. Была очень близка к тому, чтобы забить, но шикарное спасение Золотаревой. Но ничего не меняется. Сосина как была лидером всей лиги, так и остается. Но здесь вдвоем против одного. Передача. И какой момент! И еще разок смотрим за тем, как Малиновская набирала скорость. Было у нее пространство и четко вложила шайбу. Может быть, не в крюк, но тем не менее, с неудобной, с Мурома там завершала. Сейчас Кадирова... С мощным замахом стреляет, отскакивает шайба от Глухаревой и забирает ее Равиля Инулова. Отбились хозяйки после массированной атаки санкт-петербургского клуба. И видим, как Равиля Инулова бросается на эту шайбу. Низом и Глаглазова там добивание, бросок ложится просто сейчас. Вот, да, и прижимает шайбу ко льду Юля Волкова. Легла на лед. Неприятный. Ситуации. Видите, пришлось так лечь.